Север, север, далекие страны. Север, север, морозы, пурга. За Христа моя юность так рано по сибирской тайге вся прошла. Выжить в зоне почти невозможно. Не скажу вам, друзья, новизны, каждый день убирают умерших, в штабеля их кладут до весны. В зоне стража почти не стояла. С трех сторон бесконечна тайга, а с четвертой тюрьму омывала полноводная бурно река. Убегать нам отсюда нет смысла, никуда не уйдешь ты в пургу. Или звери съедят очень быстро, или замерзнешь в таежном бору. Я молился на лесоповале, я молился в бараке для сна. И я слышал, меня окружала атмосфера Христова огня. Насмехалось немало народа: где ж твой Бог? Ты, как все, пропадешь. Бог сказал мне, что близко свобода, стой лишь в вере, и ты не умрешь. Так я жил с верой в Бога живого. Часто снился родительский дом. Вдруг кричат: вызывает святого сам начальник тюрьмы на прием. Снар поднялся с трудом среди ночи, и тревожно так сердце стучит. Конвоир усмехается: отче, одевайся, пошли, говорит. Захожу в кабинет, полный света. Посредине овчарка лежит. За столом посреди кабинета самый главный начальник сидит. Проходи и садись, потолкуем. Ты знаком с этой книгой? Давно? С этой книгой? Со словом Господним? Да, страдаю я здесь за нее. Через нее я познал путь спасения. Через нее и Иисуса нашел. А ты помнишь, как в бурю однажды по воде ко Христу Петр пошел? Это правда святая, я знаю. Значит, ты верно служишь Христу? А через реку ты нашу шальную перейдешь ли на сторону ту? Если ты это сможешь, то точно я свободу тебе подарю и отправлю отсюда досрочно. Ты увидишь свой дом и семью. Трое суток молитвы мне дайте, обратился к начальнику я. Побеседовать с Богом Всесильным, чтобы Он приготовил меня. Хорошо, будь свободен, но помни, твоя вера не смех на перу. Если ты подведешь меня в этом, в порошок здесь тебя я сотру. Трое суток поста и молитвы Бог воспринял как жертвенный плод. Выходил я с неверьем на битву, у реки ждал тюремный народ. Разрешите и здесь помолиться, я в молитве. Ответ мне пришел. Вдруг смотрю, мост через реку явился. По мосту
я свободно пошел. Люди видели, как я спокойно невозможное одолевал. По кипучей реке превосходно, как тропинкой земною шагал. На другом берегу очутился, развернулся. Не вижу моста. Я на землю упал, поклонился, прославляя Иисуса Христа. Вся тюрьма очень сильно кричала. Слышен крик на другом берегу. Иисуса Христа прославляли, кто как мог, все взывали к Нему. В крике слышал: «Святому свободу!» Чудо это наш люд увидал, и покаялось много народа, сам начальник Христа прославлял. Так свободу мне дал мой Спаситель. Возвещайте Его чудеса, в вере стойте, войдете в обитель, в царство Бога Иисуса Христа. Об Иисусе весь слышно повсюду. О мой друг, Его глазу внемли, Он есть мост, по которому люди в край небесный идут от земли.